Это работает. Надеюсь, нам еще бан дадут. Тут пол рейда танков сидит. А я не вижу. Да, оставайся, напали. У нас и так один пал. Ретрик. Я предлагаю два танка спрыгнуть, чтобы они в кишку пошли, а то так будем. А, счастливый. Да, счастливый. А ладно, Капар, давай в танка. Поможешь по конскому потанчить в комнате. Счастливый в ретрике. Постоишь, посмотришь, что тут творится вообще. Бёрн, подходи. Ничего, не бафы, просто добафы то, что не добафали. А Бёрн, а ты как встал? На ТСС было или что? Было, СС я встал, потом еще раз меня мобы чпокнули, я побежал через ход инста. Короче, я БР дал там на Поклонскую, думал, может... Да, иди. Интересно. Так, дальше идет пожарник у нас, да? Ну, в смысле, его. А, да-да-да, себе, извините. Я какой пожарник, нахуй? Я имел в виду, я пожарника называю Мирона. Ну да. Это самое простое. Сангвини умирает. Следующий вообще правильно. Ну вот этого жука надо отворачивать от рейда. О, он исчез куда-то. Да? А, может он зарылся и уже. Да, действительно. Он взрывается как раз в бараке. Да, и выкапывается уже прямо возле анабарака, да? Нет, он в кишке выкапывается, когда танк устал. Подождите, не агрите моба, сангвини не встал. Вот теперь бафайте сангвини, инеры сангвини, пятая пати холипал, и можете запускать. Давайте, ставьте звездочку. Давайте все к звезде отходим, потому что трэш будет идти вот с этих... ромбовидных столбов. Помню вас. Это было в... Совы, звездопады с пула по КД. Сразу появляется трэш, вы просто с пула звездопад даете, как это делает злой мандарин. Тогда вы точно не умрете. Хэмо, блядь, гуся словил. Смотри, ходит, блядь, потерялся. Ля-ля. Смотрите. Хильте, знаете кого? Вот этого типа, который бегает, дает вам ауру. Не вижу, сколько у него хп. Но все равно тоже хильте. На вас есть аура? Бёрн, смотри по сторонам. Ауры нет. Бёрн, попробуй поднять Оптимуса быстрым ресом. А потом и Копарку подними быстрым ресом. Это, по-моему, это тот моб? Ну да, аура проворства. Вроде да, тот. Ауры нету. Почему нет? У меня вот двойка и... Не спами, нажми один раз. Все есть. Не спами. Есть. Мне интересно, где Поклонский у нас? Ёбаный стыд. Почему? А, Поклонский остался с нами. А почему он, блядь? Не знаю. Не знаю, может он забыл, что надо в комнату у нас идти. У нас упал Бёрн, я не знаю. О, этот. Короче, блядь. Похильни тогда. Ну я хилю, я не знаю, что из этого выйдет. Завоеватели, хильте. Я два брендроля взял. Зачем? Ой, хильте вот это НПЦС. У него 40к просто, и он не выживет в следующий раз. Будьте добры похилить завоевателя из клана Темный Хрум. Главное исцеление и светом небес.
О, еще давайте 90к. А, это у вас была многоходовочка, да? Бьерн умирает, вы не успеваете ходить. Сейчас покури, я себе иннер дам, не огрет. Так. Бьерн опять там, на мобу прожал. Оптимус, она у меня кончится, будешь ты хилить. Давай, огри. Не бейте завоевателя, я его сейчас законтролю. Спасибо. Ладно. А вот еще один. Ты поставишь на него веточку. Ну вот, держи тебе ассист. Я просто в контроле не могу поставить. Держи ты ассиста и кинь на него метку. Будет идеально, я тебе ассиста. По одному, по два моба агри там. Осторожно. Вот черепок не дайте. Там наверху будет маленький моб, там одного его приведешь, большого потом убьем. Слушай, а вы там долго или нет? Что-то долго. Да мы нахуй. На лестнице думаешь. Так тут Оптимус один дамажит, я хилю в сове, блядь. Я боюсь бить. Ты бойся. А чё остальные не пришли, кстати? Я хуй знаю. Поклонский не зашел, пиздец. У вас, я смотрю, вертушка в рейд. Не бейте, сейчас спадет контроль. Черепок не мог. Последний моб, ребята. Знаете, до Берсы минута, полтора минуты. Не успею. Блин, ничего, опять спал. Мне кажется, трэш стал очень сильно бить. Ну давайте упадем еще раз, падаем. Как это? Мы уже все прибежали. У нас раньше не было таких проблем на этом лосе. Ну просто в комнате хрень не страдают. Какой трэш? Короче, в комнату заходят, еще раз повторяю, в комнату заходит Поклонский, Копарка, Бьерн, Вивальди, Ралли, Авенс, Войд. Конечно, мобы у вас стали бить, потому что на них проворство повешали. Нет, до этого станка сваншотила без этого проворства. А какой танк? Кто это был? Скарлетт. А, ну тогда понятно. Наверное, защитник. Видишь, как, с какими проблемами мы столкнулись на этом боссе? Там мобы такие есть, называются защитники. Им, если даже стан, то они не успеют вихри крутить. Или можно до вихря дать стан. Или во время вихря. Это ретриком на заметку там. Давайте перестанем херней страдать, а через час они. Ну давай, так и быть. Если вы все зайдете в комнату. Крауд, ты не заходил в комнату? Очень смешно. Не заходил. Ты же не писал, что пойдешь в комнату или что-то мне кинешь. Пета. А сам стоял, дамажил тоже. Ну, в общей комнате. Странно.
Оставьте рыбу. Есть рыба? Да, да, сейчас. Клонский, ты завис, судя по всему. Может, пусть это дойдет, если он так зависает. Так вот, с Карнетом-то. У нас есть Валера. У него 60 хп. Вряд ли он, да-да. Валера. Валерка есть, уничтожатор же еще. Можешь, может, танк. Он же уничтожатор, а не защищатор. Ладно, Поклонский пока я кикну, пока вылетает, уничтожатор будет в туннель идти. И те ДД, которых я назвал. Теоретик, ты подходишь? Все, давайте бить мобов. Заплатите за то, что посмели вмешаться. Погодите, вы? Я помню вас. Это было в горах. Кажется, сейчас маловато людей в комнате, да? Где я? Не, сейчас нормально. Да не многовато. Раз, два, четыре, пять. Семь. Всех сагрили. Просто спрыгните туда, к нам, и поможете трэш побить. Ну, только не да, все. Это же надо еще босса не задеть по пути. Ну да. Как не хотите вы ХМ. Я его почешу. Там, смотрите, какая фигня. Если с петом пробегаешь, который стоит на защите, и молния возле босса работает вот от этого шара, она задевает пета, и он бьет босса. Вот так его можно запустить. Со мной была такая фигня. Лайфхак. Еще 40 секунд. Петов поставьте там здесь. Короче, спрыгиваем, да? Да, один человек останется, запустит танк, наверное, или кто-то. Пока в прыжке его паники, да? Кафар Сивен останется, пишет. Зачем вы сливаете череп?
Вам не надо ачива? А вон еще один. Ну его же сливаю. Ух ты! ПМ, ГЦ. Давайте все на дистанцию выходим. Давай, рост, все на дистанцию. Вышли, РД, хилы, рост, давай. Да, Бёрн запустил. Я был внизу, не надо. Ладно, я шучу. Поднимай уничтожатора. О, как, блядь. Ты хоть знаешь, что значит драка? Кто сейчас тащит? Ой, поднимай уничтожатора. Ты хоть знаешь, что значит драка? Наши ДЦ не это вы хардмод запускаете. Давай сакру. Все уже не надо. Да смотри, можно злого там поднять или еще кого-то. Ну, уничтожатор, заберу босса. Ой, Трисси, поднимай ралли. У злого Берри. Блин, я хотел полежать. Ну, еще есть теоретик, теоретик, поднимай злого. Нет, теоретик, злой подымешь копарку, слышишь? Злой подымешь копарку, давай. Дикспал, давай сакру. Сакру давай. Копарка, твоей пати, ДД, ой, танк. О, господи. Все, поднял. Захильте копара. Копар, давай сакру. Есть еще БР? БДК. Ну ладно. Блин, как он нашотнул второго БДК? Прожми срезку, если есть. Каплю на копара. Видишь, благодаря БР мы сделали ачиву хардмод. Никакой тактики. А зачем оно надо? Как в том видео, короче, убиваем эту хуйню. А есть стрим? Стрим, надеюсь, есть этого убийства. Ну, потом посмотрим. Копар, спасибо тебе за ачиву. Ты чё, копару голды заплатил? Да, 20 косарей. Ебать. Копар, дай 10. Нет, так, эта штука, я не помню, есть она у меня или нет. Давайте поролим. Бля, это было круто. В последнюю секунду. Да, у меня уже есть. Ладно, добивали, дадим. Последнюю секунду. Защитник. Где же мои рецепты? Да, классно. А что такое? Масфрей, Мимирон, потом Визакс и Йог. И Алгало. Ебать. О. Жером. Жером прессует. Жером. Гильдии. Жером. Сейчас нам покажут, как использовать класс на 100%. Там на туре класс на 100%. Ставь класс, если используешь свой класс на 100%. Классный день. Ставь дизлайк, если думаешь, что будет пидор. Скарлетт опять танк. Скарлетт и танк. Ой, не знаю, как мы будем йога плюс 0 делать, если вообще будем его делать. Килов нет, там танков. Легко делать, там мобы багаются, они за спиной босса стоят. Вау.
давайте в звездочку играем. Вам Чарса Монголия в учете. Ну, круто им. Чего вы маленьких мобов вместе с большими ведете? Потому что их никто не танчит. Вот видите, 3 человека упало. Когда на тактику забиваешь болт, приходится падать. Не, просто протопал где-то далеко стоит, там что-то делает, непонятно что. Поэтому мы падаем. Кто-то играл на этом, на БК? Санвел кто-то ходил? Потому что протопал вообще стоит вон далеко. Никто не танчил. Я, короче, посмотрел стрим с Warmain, они БК, ну, ходили, вот этот трэш чистили чисто в Санвеле. Так там пиздец, короче. Там просто, ну, из боя не выходят, там импы вот эти бегут. Их один танк ловит, об себя взрывает, короче, чтобы он в рейд не взорвался. Потом рога идет, короче, каждые 20 секунд рога приходит, они его бьют. И еще мобов... Нас помоги, свинуть, что ли? Протопало. Чего ты афикашишь? И мобов еще контролят, всем овцы раздают там маги. Там вообще жесть. Классно. Пришли на вот этих, на близняшек, которые там две эти колдуньи-то, одна темной магией, одна огнем, и вайпнулись. Вот это рассказы. Не, ну прикинь, вайпнулись. Там сразу минус 15. Какой-то там взрыв. Не твои истории. А чё, на чантера не падает 30, да? Как всегда. Тяни притяжку и звездочку. У нас пока один танк. А уже не тяни. Так вот, сейчас с Фрей упадет. Чапка. Видите, звезду эфир дал. Давайте вот эту. Здесь просто протопало, нет, сейчас. Поэтому тяжело одному танку. Кстати, что, ханты так и дамажат? Да. Уже все? Да. Быстро. Ну, Скарли, тут все просто, ты просто держишь. В одной точке появляется грибочек. Ты подводишь босса к грибочку. Дивись, какой гриб. Токник мухомор, ты ж смотри. Так тебе. Ну, может, справа мобов убил. Мухомором не выбил. Дайте конкурс устроим, типа, кто лучше прикинется дурачком. Назведите мобов, убейте сначала страж-плеточник. Там некоторым и прикидываться не надо. Да, Трисе. Фары вообще похуй, что ли? Ладно, пошли. Ну пошли, убьем просто босса, типа стоит где-то там и просто клацать кнопки. Пошли. Давай попробуем. Ну, не знаю, что выйдет с этого. Ну, посмотрим. О, нет. Давайте в древнюю. Играйте все в древнюю. Встаньте все под грибы. Веди босса под грибы. Видишь, грибы растут. Давайте все этого опекуна играем. Не убьем опекуна, будет плохо. Сакру давай, протопал. Тут у нас трэш починили, я смотрю. Надо его убивать. Молодые грибы надо. А хз. Дрожание земли какое-то, непонятно. Незыблемость надо прожать.
Вот были бы все такими боссы, правда? Там как робот. Манекен. Да. Ходили бы только на манекен, это было бы круто. А чё её сломали, а? Она же такая классная была. Значит, сломал. Ну, она ж хилилась раньше, я помню. Ну, у нас такой ДПС, что и, ну, плохо, наверное, хил. Раньше вроде было не пофиг. Ну, просто ДПС 200 тысяч. В актуале такого не бывает. Я не пойму, ну где рецы на чарке? Походу с минеронного полета. Чё, пожарника делать будем? Сейчас, завтра. Может, не надо? Пожарник — это же лёгкое чиво там. Легко это... Да, лёгкое, блядь, но всё равно геморно. Оно слишком лёгкое. На следующем видео. Я думаю, там нечего делать. Поэтому мы убьём пожарника. Куда портываться? Скрывал, да. О, поворотик нам хочет. Поворотик. Чё вот это за механика? Механика, говоришь? Ну, прикинь, по всему рейду на мак проходит. Механика, блядь. Это да, это... Вон, это шестеренка какая-то, блядь. Что это такое? О, бабахун вот этот. Давайте, как в лучших традициях нашей гильдии, просто будем убить босса одной кнопкой и все. Отлично. Я вот это и красный. Вообще мышкой просто клацаю. Давай только этих мобов убьем. О, нет, вроде Ален. Как ты мог? Как? А где ты умер? Кто вообще? Погиб смертью краба, бля. А ты что, танк? О, босс запустился. Ну, Лися, поднимай в идеале на Скарлетт, иди танкуй уже сейчас, давай. ЛП, ЛП, отведи его в центр. Главное от шокового, отбеги потом. Я тебе скажу, когда незыблемость прожать, приготовься. Сейчас что-то будет, смотрите. Давай незыблемость, незыблемость нажимай, быстрее, быстрее, быстрее нажимай, захиливай тебя. О, блядь, на. Не захили. Блять, хилы, блядь, сука. Вот подымай. Подымай ДК. Бьер, ты что, не хилишь? Как я захилю ваншот? Там. Ну это не ваншот. Там 150 тысяч. Тоже соло целый покину. Ну почти бессмертие, все сделали, ничего страшного, это теоретик. Давай, копарку подымай. Злой мандарин Авенса. Дайте баф, по локу каску, пристабаф локу. И на то еще. Дело в том, давай, что там проходит 150 тысяч урона за 6 секунд, а это очень много. Все дело в цинке. Надо больше цинка, фосфорную рыбу. Тогда да, реакция будет. Мне кажется, Бьерн не старается. Помидор, пожалуйста, или Скарлетт Дива на исцеление. И щит земли на ким. Ты не кинул щит земли, либо я его не вижу. Скарлетт или кого? Ну да, это же БДК МТ. Ну сейчас уже можно... Да, они тут по очереди все хера знают всех вообще. Да, я согласен с тобой. Просто на всех ДК накинь. Хер пойми, кто здесь танк вообще. Джерри. Так, ну здесь, наверное, все просто. Надо сбежаться в красную метку, которая будет на полу, ну и добить босса. Так, смотрим красную метку. Вот и она. Куда убежал? Негодяй. Подходите к боссу, скоро обстрелять.
сделал. Беги, малышка, беги! Что, чем ты отвлекаешь рейту? Дезинтируешь его. Все спокойно били, стояли. Це не треба, да? Да. А вот ты. Минной вертолет Лукашенко. Блин, не смешно уже, да? И не было. Первый раз было смешно. Про инновационные белорусские технологии. Сельские технологии. Кстати, а вы видели, что сейчас у этого вертолета в мониторах? С него какие-то какашки вылазят с этого вертолета. Не, там два монитора типа у него есть. Бомбот какой-то вылез. Фух, ну вот и все, мы почти убили босса, осталась только последняя фаза. Самое главное здесь, что все три части тела нужно одновременно убить. То есть если мы убьем одну часть тела, она сразу восстановится. Вот такие дела. Это самое сложное, наверное. Да блин, распределить дамаг это да, это сложно. Сам иногда путаюсь, какую часть тела бить. Наверное, побью тело. Голову вообще лучше не бить, там 30%. Давайте низ и тело бьем. Низ все бейте. Лазерный обстрел, смотри. Ну. Танк почти согрелся. Заебись. Привет, приспешники. Давайте сверху. А, не, не сверху. Вот это. Горите. Скарлетт, что случилось? Просто босс переагрился и убил четверых. Ты же БДК. Так это, наверное, на умерла. Обвалившаяся галерея. Ты про пул или про чё? Нет, я на ласт фазе. Там 4 человека умерло. Ну, может быть такое. Оброт Джерри он скрывал, наверное. О, блин, случайно сверху не там отдал. Четверых ты двое видел, от чего умерло? Ну, от мили-атаки босса вроде, нет? А, еще двое. А кто, Ники, скажи? А, Капар умер от... Венс и злой мандарин. От мили-атаки? Ну, Венс от мины первый раз. Второй раз залп по 2 миллиона 60 тысяч урона. 3 миллиона 90 тысяч сопротивления, нормально. И злой мандарин. Да, и злой мандарин. Это кто? Ну это Венс, я прочитал. А злой мандарин тоже ракетный залп. Ракетный залп это, по-моему, вот эта красная метка на полу. Ну там, ну да. 5 миллионов урона проносится. Поблившаяся галерея. И идем к... Видишь, теперь ты знаешь, что красная метка ваншотает. Кстати, Скарлетт умерла от шокового удара, там 20 тысяч. По-моему, незыблемость может и была, но от шокового удара надо отбегать. Там 15 метров рейндж, это очень недалеко отбежать.
прям совсем чуть-чуть. Ну смотри, мы же только учимся, мы же тут не так долго играем, всего лишь-то 5-6 лет, поэтому можно опустить это внимание. Некоторые 9 лет. Все еще впереди у нас, так что нету поводов для расстройства или огорчения. Да, ну, а тем более, ты всего лишь год. Да? Молодая развивающаяся гильдия, перспективная. Да, у нас не знаю. Молодая орда. Они еще лучше, чем... Ну, что поделать. Что-то там, на приста что-то зарулил, 25 окней. Кто? Бокстер. Че, унес что-то? Токен. Неплохо. Токен, это круто. Вы немного неправильные вопросы задаете тут. Почему в рейде 2 ханта и 4 милика умирают от агро? Как бы вопрос, да? Зайди на ханта. Да. Ну я если зайду на ханта, поверь, никакой танк не. Ну, не сойдет. Да ладно, ладно, Джейн, что ты так расстраиваешься? Они недавно начали играть. Не знают еще до конца, как правильно делать на пуль. Ну хватит уже, ну, не расстраивайся, это так. В следующий раз на пуле лучше. Я не видел в РС, когда я хантал, там что-то никто не умирает. Так же я тут могу сделать я вообще. Могу объяснить. Это уже совершенно другая история. Я могу объяснить. Ну, Скарлетт не знает примерно, сколько ЛПшка дает агро, она себе это не представляет. И когда она упала, первый раз на первой фазе агро обнулилась. И поэтому, когда началась третья фаза, Левиафан, вот эта нижняя часть, она с первой фазы берет агро. То есть, кто больше по нему набил, и на того он как бы сорвался быстрее. Потому как она не начала нажимать на третьей фазе на нижнюю часть босса ЛПшки. Типа как надо, она, наверное, стояла, смотрела, что происходит. Может, просто занесла. А надо было нажимать ЛП, ЛП, кровоотвод, ЛП. Ага, понял. Услышал, понял. Принял меры. Сделал выводы. Если бы все делали эти выводы. Так. Лимошка, ты тут? Да. Кто у тебя еще есть? Ну, блин. Не знаю просто, что делать с ребятами по 5-4 КГС, они... босс их не выдержит, наверное. Ну, если мы будем плюс 0 делать, разумеется. Если будем. Босс не выдержит? Да, босс не выдержит. Ну, там, Лизи 5-4, например. Не знаю, Лизи 5-4, Хурик 5-7. Босс выйдет еще. Ну да, не выдержит и выйдет Синста. Да, знаешь, такой хуяк, руками ноги поднял и пошел. Ну вот, ну да, примерно. Щупальцы свои подобрал и сыгрался, да? Ага, я уебываю нахуй в окно его не буду. А, Рудеус, у тебя кто-то есть помощнее на йога плюс ноль? Ну, по-моему, фейл или Рудеус у меня есть. Да, например, вот это было бы неплохо, если бы ты зашел, потому что нам надо здесь дамаг, пила побольше. Танки получше. Саватор как раз на хейле у него. Кем какие-то в итоге? Ладно, сейчас распределю мерки. Так. Сангвини, ты будешь под боссом хилить танка. Угу. В общем, слушайте внимательно по тактике. Четвертая пати будет стоять в квадрате и по команде отбегать. Отбегать от копья, который будет пускать вот этот босс, генерал Резекс. Самое будет делать третья пати,
Она будет это делать в кружочке. Помидор, ты будешь за кружочком бегать, Бёрн за квадратом. Ханты, Ваханта, Оптимус, Гиндаль, где хотите, там и стойте. Три мелики под боссом, Санвини тоже под боссом. Вот, три хила здесь достаточно. Помидор за кружочком, да, бегает? Да, за кружочком. Главное, смотри за боссом, куда он копье кидает, и отбегай уже. Ну и посмотри на кружочек тоже. Куда он? Давайте разбафаем рейд. По дебафу, как называется эта метка? Метка безликого. Направо. Да. Вот он. Убегает, да? Да, босс кидает эту метку на рандомного игрока. Игрока связывает зеленый луч с боссом. Ну, короче, вытягивает жизнь из вас и из ближайших игроков. Ну и босс от этого отхиливается. Чтобы этот босс не отхиливался, вы должны как можно быстрее и дальше от всех отбежать. Ну и, соответственно, и от вас должны отбежать. Тогда босс не будет отхиливаться. Вы ждете, пока пойдет этот дебаф, и снова становитесь в метку. Чем быстрее вы это сделаете, тем меньше босс отхилится. Быстрее мы убьем босса. Зигспал, давай в ДД. Скарлет в ДД. Уничтожатор здесь танчит босса. Кресты по хантам дайте. Ралли готов. Крауд. Поставь мне тотем на РТД хаст. Сангвини, дай крест по хантам. Ну тогда Копар дай крест. Кто-нибудь счастливый, дай крест по хантам. Я тебе, кстати, говорил, что ты просто добавляешь не нужно. Все, подожди. Ну все, теперь главное смотрим за копьем и за этим дебафом. Третьей пати отбежали. Видите копье? Да, можно встать, забежать и подамажить. Потом снова отбежать, если копье будет лететь. Четвертой пати отбежали. А, да, если Копар, ты в мелизоне, если что, там случайно поставил. Третьей пати отбежали. Сейчас будет метка безликого, готовимся отбегать от этой метки. Вудялин, отбегай далеко от всех, отбежали от него. Третьей пати отбежали, копье. Смотрим дальше. Отбежали четвертой пати. Быстрее отбежали. Встали опять. Лужи. Отбежали четвертой пати. Бежали опять. Забежали. Смотрим дальше. Четвертая пати опять отбежали. Отбежали далеко. Авенс, глыбу прожми. Глыбу прожми, Авенс. Глыбу прожми. Все. Забежали, стоим дальше. Наверное. Третья пати отбежали, помидор на тебе отбежали. Так, последнее копье, можем и чего сделать даже, смотрим. Нет. Да, отбежали четвертой пати. Там уже двое отлетали. Нет, 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 ты врешь. Ну, сделали нормально. Да, а вот и от чего сделали, видишь? Да нету. Это же не тащи. Это тащи. Хватит. Да. Вот это надо кому-то? Да и так, согласен. Пояс. Вау, кольцо классное. Так, Энджа, ты в РК?
Заходи на кота, или у тебя ШП есть там. 105,8 тут не очень. Давай на ШП тогда. Так, плюс нитья. В рейде кто был в комнатах уже? Джерен тоже пойдет, так и быть. Оптимус, ты был в комнате? И Кровда кидай. А, давай Кровда кинем. Давай Оптимус тоже пойдешь с нами. Что ли в ДЦ спекаться теперь? Короче, три танка, ладно, сойдет. Карли тоже спекался в танка. Первая фаза, все просто. Видите, там НПЦ. Три танка стоят возле НПЦ Сары, ловят на себя мобов, сбивают косты. Милики бьют тоже мобов. И если на кого-то кидается дебаф, не помню как называется, говорю ник, вы выбегаете в РДД зону. И все, тогда никто не умирает. Фаза самая легкая. Наверное, придется спекаться в ДЦ. Ну, давай по порталам. Эти пати, порталы слева, ралли первый портал, крауд второй, Вивальди третий, Вуди четвертый, Войт пятый. Справа порталы Певчи первый, Джерриан второй, Оптимус третий, Капарка четвертый, Хали Селаси пятый. Это то же самое, заходим в порталы, третья пати налево, четвертая направо. Там если рейд проседает, гимн отхил, совы спокойствие, БР в комнате, если надо. Так. Спал, спекайся в танка. Зиг спал в танка. Так, есть ли у меня фласка? Да, Джерин, есть ли у меня фласка? Наверное, тебе надо дать сразу 5 штук, мы здесь надолго. Бля, дай мне тоже. Ну давай, только тогда я голову себе заберу. Так, чек. Чё не хватает? Чё я ещё не сказал? Курики бьют на первой фазе или нет? Да, все бьют. Только если на кого-то вешается дебаф, этот милик отбегает в РДД зону, чтобы миликов не ваншотал. Там все четко. Гнев Сары, по-моему, называется. Возможно. Ой, вторая фаза, там, когда третья, четвертая пати заходит в комнату в РДД, вы бьете большое, большое щупальце, милики мелкие щупальца. Когда третья, четвертая пати заходит в комнату, большое щупальце, ну, короче, впадать в паралич, тогда милики вы тоже можете его побить. Это у нас Хризи, Счастливый. Ну и все, тут из милика больше никого. Вот. Ну, короче, по ходу дела я там буду говорить что-то. Объяснять не особо люблю. Зигспал готов. Ты в РК услышал меня? Отлично, пошли. МК с меня убери. Шаман, ты стоишь в звездочке. Приоритет захила. Три танка, первая пати и милики. Так, бьем звездочку. Стой на месте, киллер стар, почему ты двигаешься? Звезду бьем. Кружок. Да, да,
Короче, у меня нет времени метки кидать, я считаю тут фигню и страдаю. Старайтесь просто быстро заливать, по команде отбегать. Блин, на уничтожаторе метки, не повезло. Ладно, захилим сейчас. Все закончится уже. А почему так легко? Может, это не плюс ноль? Сейчас должны быть вайпы. Давайте второго моба играем, кружочек. По 5 крайне лучше. Может, сломали? Ну, на БДК меточка. Вивальди, давай гимна ману. Так, теперь вышли все с центра, с этой лужи, и бьем, кого я сказал. То есть мелкие щупальца, мелики, РДД большие. Вот, теоретика схватила щупальца. То щупальца может хилиться. Касается ШП, СУФ. С пактом сбегаемся. Там такой зеленый луч между двумя игроками будет. Вы это увидите, если вы, конечно, не слепые. Надеюсь. От черепа отбегаем. Это аналог фировского лука. Про лучи забыл сказать, тоже не стоим в лучах. Вот, на певчем щупальце, его надо слить. Вин, пошли к порталу. Да, давайте, я налил, налил портал сейчас. Ну да. А ты тоже идешь, да? Диспельки магию. Я не буду диспелить. Смотри, луч сейчас, блин. Отбежали от лучей. Молодец, помидорчик. Почему ты не отбежал от луча? Ты встанешь? Ты понял, что надо отбегать от них? Зашли в порталы? Зашли. Давайте быстрее. Идеально, Хайли Селаси, заходи. Так, попиздили все порталы. Негодяи. Нет им прощения. Кому ПС-ку, а? Вуди Алену или кому? Да, давай, там не метаморфозу. Держи. Третья пати налево, четвертая направо, не забываем. Сколько секунд до выхода? 23. Меня тоже побью в хиле. Крауд, говори, когда выходить. Выходите уже, выходите, быстрее, выходите. Занимаем снова порталы. Можно иннер звездочки дать. Опять смотрим лучи, пакты, хуякты. Лучи появились. Дайте бафы по шаману. Лапку еще. Щупальца бьем. Скоро порталы появятся. Вот, классно, сбегаемся. Опять та же комната. Чё ж там так не везет, а? Сложная комната. Кланы под предводительством Чернорука. Они будут биться бок о бок, пока Штормград не падет. Переведем до конца, как вы считаете? Мнение экспертов здесь важно. Да, переведем. Конечно, ну, так и быть. Так и быть. ПС-ка сейчас откатится. Сколько осталось секунд? Достаточно. Достаточно. Выходим. Порошоч, помидор. Главная задача сейчас отвернуться от босса и просто хилить танков. Отворачиваемся. Давайте рост, помидор, давай рост. Бейте босса, я буду говорить, когда отворачиваться. Отвернулись. Отвернулись. Сейчас будет взгляд. Теперь... Сейчас будем бить. Бейте, 5 секунд у вас есть. Раскол, отвернулись. Блядь. Отвернулись, сейчас будет взгляд. Пр-
продолжаем бить. Прожимайте там мастер. Теоретик, все, хватит, не бей, повернись, ничего не делай. 12. Выкинула, выкинула. Все, до свидания. Теоретик, ты умираешь, походу. Бейте звезду, звезда нас сейчас убьет. Все звезду переключайтесь пока. Отворачивайтесь. Все, его выкинуло. А, смотри, он не в контроле. А, не в контроле. Бейте звезду. Звезду сыграли. Дайте стан по звезде, он кинул этот звездопад. Негодяй. Отворачивайтесь. Ай-яй-яй-яй-яй, Трисси. Отводи их подальше от босса. Бьерн, подымай Триссию. Я сам приехал. Киллер Стар, как тебе не стыдно? Ну давайте, добивайте уже, там чуть-чуть осталось. Надо вещь. Да, токен нужен. Токен тебе надо. Давай тебе да. В качестве нашей дружбы с тобой пятилетней. Угу. Плечи. Прикинь, сейчас Крауд Уоллер и у Джерри на плечи не даст ему. Везло. Че, уголовно бьем? Помидоры, тебе надо плечи? Не, не надо. Да, он просто, Джерри, он расстроится. Он так долго собирал это. 9 лет собирать. Только собирал, что первый раз пришел этим варом. Ачивки по уровню. Так, сейчас разролим остатки лута. Пушка посланника. Пойдем сейчас убиваем остальных боссов. Так. Не, злой мандарин, еще пару боссов осталось. Я думал, все это можно потом с помидором. Да.